Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а прочее Нефрит и его фанилка-помощница, фанилка реальная. Здравствуйте, привет. Ну вот как тут, как радиация также трещит, фанит. И, ребят, сегодня мы решили вспомнить былое, так сказать, вспомнить Чернобыль. Ну, пробуждение не будет новое. Да, мы хотели вспомнить, как говорится, аварию, и все, вот это вот, как после того, что вот недавно выходили, как вы знаете, сериал «Чернобыль», и фильм «Чернобыль», и фильм «Мотыльки», и вот, короче, мы решили тронуть это все и тоже пройти «Сталкер. Зов Припяти», чтобы погулять подольше по Припяти можно было нам. Подробнее рассмотреть и вспомнить все, что было в советское время. Угу. И да, не забываем ставить «Люба». Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик от наших новых видео и вступать в группу ВКонтакте ПК59 и наши 90. А также, ребят, вы можете со мной связаться, в шляпе также есть Инстаграм мой и ВК. Ну а мы поехали. Сложность я возьму новичок все же, потому что я буду проходить до, как говорится, подробно. Игра не будет, как говорится, как его... рановая, что просто бежать и не исследовать, не проходить задания. Мы будем все более подробно исследовать, чтобы было более интересно. И выполнять задания. Да. Ну а мы поехали. Немного пролог. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот. Содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией. Редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Ну вот так вот. Вот мы оттопырились. Появились мы в зоне отчуждения. Да. Ребят, кстати, еще хотел сказать. Кто не играл в Тень Чернобыля, советую поиграть, чтобы понять,
В чем же Что такое стрелой? делает? А, тут потому что сейчас местность большая, народу много, поэтому Обширная. да, поэтому будет иногда подлагивать, Я думаю, это ничего подгружаться. страшного, потому что лаги не такие уж сильные. Ну да, фризы такие небольшие. Сложнее чужой. Но мы будем проходить более интересно. Я буду в некоторые места сейчас забегать. В такие, чтобы сразу же много чего получить интересного. Вот иди внимательно. И запоминайте. Не боись! Давай, давай, вперед! Привет, ребят. А тут на F5. Вот видишь? Я же говорил, комбинезон выдержит. Двигай дальше. Он так бился, как будто танцует. Ребят, играй на высоких настройках, сразу скажу. Сталкер, помоги! Мужик, сюда! Держи. Дай мне твой МП-5. Ага. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Я у него МП-5 угнал. О, у меня уже броник пострадал. Правильно там. Там горячо. Уф, спасибо, дружище. Надо же, чуть в котел не угодил. Вот был бы ужин собачка-мутантом. Возьми, благодарность, мой детектор пригодится. А я, пожалуй, какое-то время посижу на базе. Здесь же ближайший лагерь сталкеров. Сейчас покажу все, гляди на свой КПК. В общем, это старая посудина, называется Скадовский. Единственный крупный лагерь в окрестностях. Подскажи мне насчет одного дела. Тебе что-нибудь известно об упавших вертолетах? Видел один, не похоже было... Похоже было, что было падал. Но какие-то проблемы у них явно были. Хватало его, как ты знаешь, здорово, пока он не сел на это плато, которое на юго-западе, на юго-затона. Эх, хорошо выглядел его. Там выжил или чего? Кто? Чего там выжил или кто? Только хрен туда доберешься. С другой стороны, болтает, будто Ной, который на психобарже эту дорогу как раз знает. Подскажи нам, я хочу кое-чем у тебя спросить. Где? А, работу, ну все понятно. А где можно найти артефакты? Знаешь, где земснаряд стоит? Его гравианомалия покорежила, но для опытного сталкера не слишком сложно. Знай, только болты не забывай пробрасывать. Плюс радиация, что внутри, что снаружи, фонит. Прямо тебе кусок обогащенного урана. Спасибо. Так, вот он мне дал детектор медведь уже. Теперь у меня уже более хороший детектор. Блять, там есть артефакт. Но есть одно палево, что я могу туда упасть, и меня прибьет аномалия. Блять, я ненавижу то, что он крутится. Артефакт этот. Вот я его поймал, 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 поймал. Быстрее отсюда, нахер. Щемись. Ух. Да. Постоим в водичке, охладимся. Чем мы нашли? Мамины бусы, походу, дела, да? Да. Заживление ран плюс 2, радиация плюс 1. Многое в этом артефакте остается загадкой, впрочем, достоверно... Достоверно установлено, что излучение возникающее при пульсации утолщений в мамных бус заставляет кровь в отдельных ранах очень быстро сворачиваться. Радиоактивен. Ну вот, ребят, это просто, чтобы это... Потом у нас радиация... Фу, не радиация, а кровотечение, чтобы меньше было. Можем его хапануть. А мы, собственно, идем дальше. Да. Собственно, пойдем сейчас еще в одно местечко интересное. Ну там тоже, сука, аномалии. Блин, да, по-моему, в зоне всегда аномалии. Музыка такая тут атмосферная, вот за что мне нравится в Припяти.
каждой локации такая музыка разная, приятная тоже. Да, очень высоком уровне такого оформления. Ну там вот артефакт, за которым мы и пойдем. Но сейчас мы его не можем взять. Поэтому нам. Блять, я не пройду здесь. Не могу перепрыгнуть. Так, нужно взять болты. Чтоб не вляпаться, куда? Она маленькая. Вот верно, вот в такие штуки. Хотя аномалии разные бывают. Да. Эти гравии, они мне очень тоже не нравятся. Мне вообще аномалии не нравятся. Аномалии очень больно делают. Радиация стала меня жрать еще. Стой, 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 стой. Так, нету. Так. Что, здесь не пролезть так? А, вот так пролезть. Так. Пролезли. У меня радиация еще жрет. А у меня даже пузыря нету. Какой кошмар. Что я нашел? Ночная звезда. Максимальный вес плюс 4 килограмма, радиация плюс 1. Блин, короче, все, одна радиация пока. Ну, это не так плохо, это полезно. Ну, это потом пригодится, но пока-то мне. Как с этим быть? Сами должны понять. Бля. Понимать. То, что пока мне это все. Не очень. Ох, тут радиация меня жрет, 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 жрет. А вот и артефактик. Неизвестный. Так. Измененный штурвал. Некогда-то был штурвал. Зверство рядом. Теперь перед глазами. Примерно наполовину сформированный артефакт. Причем артефакт довольно необычный. Интенсивно светится, там излучает все. Ну, он пока радиацию, видите, как херачит. Он ничего пока вот толку нам не дает полезного. Но его многие хотят прикупить. Поэтому сейчас у нас будет небольшая стычка. В которой я сейчас и сейвлюсь. Братишка, слушай, артефакт есть один целебный, мне позарез нужен. Друг, загибается, лекарство не помогает. Я тот артефакт с первого раза достать не смог, в газировку вляпался. Ты его не видел часом? Нет, не видел. Бывай. Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое вставать. Так, мы сразу его пригрохаем, потому что он сейчас, падла, нам сделает... Не очень приятное. Сейчас тут засада меня ждет. Че, его опять автомат еще поднял? Ладно, разрядим, выбросим. Так, сохранимся. Сейчас вот справа сучара будет, я помню точно. Вау, хэтик я ему завалил. Хэтик один словил у меня. Сучара, а? Жук, сука, навозный. Да, сука, пошел ты. Okay, вот так вот нахер. Че, думал, я убью тебя? Пошел ты. Вау, бежим, блядь.
Так, зачистили ублюдков. Вот такие нехорошие есть тут люди, сталкеры. И все такие хорошие. Ну, мы берем только нужную нам провизию у них, у жмуров. Так, давайте-ка подлечимся. У вас посидим, водочки выпьем. Радиацию удалим. Чутка. О, радиация ушла. Любимое лечение не пить, а там это водочка. Это точно. Водочка всегда лечит все. Все душевные раны. Да ладно. У него хорошая пушечка. Получше, чем моя. Поэтому мы ее и приоденем. Нет, играет не последнюю роль. Что играет не последнюю роль? Одежда. О, да. И тут, кстати, прикольно, можно два автомата, как видите, носить в руках. Ты ж, блядь, не. Я пока с Макарычем похожу. Я патроны для него, до хрена. Да что ж ты будешь делать, как гроза началась. Главное, чтобы выброс не начался. Да, ребята, в этой части будет весело, тут будут выбросы идти. Это красиво. Молодцы. Это красиво, но это, блядь, как сказать вам, ребята, это полный трэш. Это опасно. Ну, опять. Да. Это вы увидите сами. Главное, да. Небо будет красиво меняться. Так, кто там ходит? Свои. Желтенький, кстати, тоже одиночка. Вольные, вольные одиночки. Мы уже спрячем. Все-таки накопали на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиация тебе, ни твари, ни сволочей разных. Если нужно что, спрашивай у главного. Главный? Чем мне? Да он куда-то там бродит, ему вообще похер. Он своими делами озадачен. А я вообще не ждал. Как гроза-то, а? Как красиво сделано. Вот мы и добрались до Скадовска. Сидит крепко. Слышишь, между ног. Слышишь, у султана, колись, короче, разговорки есть. Из какой группировки? Да иди ты. В ответ. Гопота, блин. Ну, сталкер, здравствуй, сталкер. Здорово, здорово, жрачка. Ну, слушаю тебя. Удачи тебе. Тут опять молчит. Сталкер, хочешь заработать? Рассердился, сталкер. Сдавил так, что нет. По руке потекло. Слушаешь, я тебя знаю. Вы потом, ребята, узнаете, что это за сталкер. И... А почему вы так отпустили? Да, я не хочу с ним общаться. А какого молчал, сволочь? Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Болотный ледокол. Круто. Новичок, здесь ничего, обживешься, сам знаешь зону. Учитель жесткий, я борода, тутошный бармен. Будут вопросы, подходи ко мне. Я нашел странный артефакт на земснаряде. Взглянешь? Надо же, интересно. Как артефакт наполовину. Слушай, продай его мне. Думаю, 3 косаря за него пристойная цена. По рукам. Держи этот полуартефакт. Твоя доля, всегда говорю, хорошая работа должна хорошо оплачиваться. Сталкеры, внимание. О. Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Ала. Советую всем срочно подыскать укрытие. Сейчас вам покажем, ребята, как выброс выглядит, начинает небо. Я ненадолго выбегу. Знаете, как небо начало меняться? Мы еще, конечно, его полноценно сможем в некоторых местах увидеть. Но в данный момент я... Лучше спрятаться.
Да. Я либо стану зомбаком, либо... Конкретнее я стану зомбаком, только я об этом не узнаю. Я помру. Вон, ребята тоже чешут. Правильно. Кто хочет стать зомбаком? Никто. Красиво-то как, а? Небо меняет. Ладно. Ну, здорово. Здорово. Че у тебя есть поторговаться? Так, давайте что-нибудь спулим. Че, тебе детекторы не надо, что ли? Ты что ж такое, а? Я думал, тебе хоть детекторы скинуть. Так, этот артефакт хороший. Мамин бусы тоже, блядь. Для начала это пока все хорошее. У него одна провизия. Бухло да жрачка. Ну, он же бармен, да. А, ну сейчас я пока не могу задание взять. Потому что ибо идет выброс, никаких заданий никто тебе не предложит. Да, потому что... Так, это мой. Будущий мой, наверное. Куда я могу складывать свои шмотки и все. Здесь я могу поспать. Здесь можно спать, ребят. Да. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Нужны товары, информация или может... Это ты хочешь продать информацию мне? А, вот. Нужно добыть информацию в лагере наемников. Пошел ты, блин, для начала мне... Для начала игры мне пока на наемников не вариант тарабаниться. Попроще есть что? А то я как-то... Внимание. Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если... Давай, давай, не задерживайся. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Только не сейчас. Да где не спрашивай, все до задницы. Вообще никаких слухов. Да-да, прощай, прощай. Не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Давай. Мужик, ты Сорок увидел? Знаешь такого? Нет. Так вот, если встретишь этого засранца, можешь со спокойной совестью влепить ему пулю в голову. А если узнаешь, где он... обретается, и сообщишь мне, я в долгу не останусь. Чем тебе Сорока населил? Да подошел ко мне как-то и говорит, хабар, мол, свой не может из-за контролера забрать. А у меня в группе как раз не хватало одного человека. Наш следопыт Данил ушел в логово кровососа выслеживать. Мы порешили, поможем Сороке с хабаром и возьмем его с собой на охоту четвертым. Всего-то делов у него было. Что стоять на шухере возле логовой и дать знать, когда появится химера? И что дальше? А дальше эта сволочь Сорока сбежал, и хабар прихватить не забыл, и свой, и наш. Когда химера перед нами внезапно появилась, тот еще сюрприз нам получился. Грамота вон просто не успел среагировать. Ну а кто бы успел? Вот мне и пришлось на зверя бить, а группу защищать. В итоге я химеру хоть и подранил, она все равно успела краба цапануть и сбежала. Неделя жесткой подготовки коту под хвост. Если встречу Сороку, обязательно сообщу. За мной не заржавеет, уж я ему перья-то повыдергиваю. Так, надо какие-нибудь попроще задания. Так, о! Здорово. 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 Здорово, все хорошо. Эй, ты правильно зашел. Подлатать пушку — дело нужное. А если захватил с собой бутылочку другую, то я тебе любую модификацию устрою. Хоть парашют на дробовик пришью. Не найдется для меня какой-нибудь работы? Это пожалуйста. Мне нужны инструменты, а времени на поиски нету. Техника штука такая, постоянно внимание требует. Так если принесешь толковых железяк, покажу, что такое настоящая модернизация. Ну и понятно, копейку другую выручишь. Договорились? Поищу что-нибудь. Есть водка, будешь? Ну, чтоб руки не дрожали.
Держи еще бутылку. А что, сам выжил? Это, чтобы работа спорилась? Романа, расскажи, эх, жаль, не застал ты товарищей моих шутника с боржой, хорошо бы посидели. Мы же были как братья, друг за дружку горой, и как только у нас так могло получиться, я тут сижу, а они неизвестно где. Расскажи про шутника и боржу. Я же на затон с двумя товарищами пришел, боржой и шутником. Ребята молодые, глаза, ух, горят. Не терпится горы артефактов собрать. И чтоб быстрее всех. А я, как глаза такие горящие вижу, понимаю, не к добру будет спешка. Что там с хабаром, еще неизвестно. А вот не подумав в логово мутантов первым залезать, да, приятного мало. И что дальше? Да вот, сели как-то вечерком, выпили, ну и стали спорить, что дальше, что делать дальше. Идти или обождать. А если идти, так куда? Каждый в свою сторону гнет. Уступить, чтоб, ну, никак. И так поругались крепко, что в один миг разбежались каждый в свою сторону. Я вот тоже. Сказал дурак такой, что мало они еще в жизни повидали. А им же такое, нож острый. Эх, теперь если б их встретил, извинился б. За то, что наговорил, может, посидели бы вместе, как раньше, выпили, посмеялись. Я могу передать извинения твоим товарищам, если их встречу. Третью бутылку не дам. Было бы здорово. Было бы здорово, да. Так, давай-ка мне отремонтируй пока. Да. Модификацию все сделаем. Поликарбонатный сплав. Поликарбонат способен останавливать пистолетную пулю. Ну вот, броню плюс 10. Химзащита плюс 10, радиозащита плюс 10. Тоже хорошо, так ведь? Ага. Вот. Так, починились, прогрейдились. Так, отремонтируем шляпу. Конечно, АК-шку отремонтируем. Так, что у нас тут? Крепление для оптики. Ну, конечно, нам пригодится. Ну и ремонтик. Все, вроде подремонтировали слегка, подлатались. Да, у нас тут радиация. Ну, ничего, это маленькая пока, это ничего страшного. Вот когда она будет оранжевая или желтенькая. Там уже беда. Да, а если красненькая, это все. Это критический уровень. Да. Будет чего интересного, заходи. Наш скат. Чем занимаются сталкеры? Ну, это понятно. Что ты думаешь про бандитов? Ну, блин, что мы можем думать про бандитов? Да пошли они нахер. А, ладно, забудь. Так. Скажи мне счет нового дела, хочу. Сморчок? Ну да. Лево сморчок. Здравствуй! Клички не смешные. О, провести это пока нам не надо. Никуда нас проводить. Привет, сталкер. Не хочешь заработать и заодно помочь лагерю? Что работу можешь принять? Есть одно дело. Исчезло несколько сталкеров, никто о них ничего не слышал. Но на днях одного нашли. На теле никаких следов насилия, только крови в нем ни капли. Тело осматривал Тремор, он бы точнее смог рассказать. Короче, очевидно, это кровосос. И я переговорил с Данилой, охотником, и он пошел на поиски логова. С тех пор от него ни слуху, ни духу. Что мне нужно сделать? Нужно найти логово и по возможности отыскать следы Данилы. Дело опасное, но заплачу хорошо. Как? Согласен? Полетели. Хорошо, значит так, у меня есть на примете два места, нужно их проверить. Координаты одного из них я скинул на твой КПК. А мне нужно удалить еще пару вопросов, уладить пару вопросов, затем я пойду проверять другой вариант, узнаю, что свяжусь. Договорились. Ну, пойдем. Послушай тебя, слышишь, тут надо? У султана, короче, разом. Ну что, занимался первым заданием? Угу.
Идем. Теперь что? Теперь можно достать оружие. Ну пошли, достанем оружие. Так мы уже достали. Ну достанем еще. Пока достали только пистолет, надо чуть мощнее, я думаю, закололся. Ну, это дело-то понятное. Пока помощнее у нас ничего нет. У нас есть, конечно. Вот, а, нет. Но дело-то такое, что лучше бы все по-тихому, по-мирному. Сразу, по-мирному. А ты что думала? Все нарожна. Я думаю, что колосос его вот устроен на переговоры. Ну, они не любят разговаривать. Ну вот. И я об этом. Они как бы не умеют разговаривать, они рычат только. Ну, это их язык ведь все равно. О, мы сюда еще зайдем. Так, нет, мы возьмем болты, чтоб не вляпаться. Очередная аномалия. Да. Вот. Так, отлично. Что за артефакт? Посмотрим. Посмотрим. Каменный цветок. Пси-защита. Плюс 3, радиация плюс 1. Блять, ты все одна радиация. Что не даешь почитать это артефакт? А что про него читать? Главное самое знать, для чего он. Ну почитать интересно ведь. Ну ладно, ребят, если будет интересно почитать, то надо. Можно нажать на паузу, да. А нам сейчас надо попробовать запрыгнуть. А ты я не прыгнул. Будем снова. Пытаться. Как вы знаете, а вот и моя нелюбимая аномалия. Как она называется? Каруселька. Каруселька, да. Так, так мило, каруселька. Каруселька. Так ты что не прыгнул-то опять? Там прыгать не хочешь никак. Особо на скалках прыгать не хочет. Дегтярев, ты чё? Его какая-то тупо что-то не понизит. Опа. Добрались. Да. Ну, первый полезный артефакт. Называется он? Медуза, радиация минус 2. Ну и что мы оденем? Второй какой артефакт? Скорее всего, наверное, мамины бусы, да? Чтобы заживление ран было. А, вес пока нам не так важен, да? Да. Мы пока можем все носить, пока у нас вес не такой высокий. А вот кровотечение это хорошо, чтобы восстанавливало. Ну, погнали. И радиацию потихоньку будет лечить. Как видите, у меня теперь радиации уже нету. Радиация, радиация, а вот аномалия интернет менял. Это да. Хотя надо будет вот и туда спуститься, во все эти трещинки, расщелины. Там тоже есть много чего интересного. Мы сейчас, кстати, сюда залезем. Схрончик найдем. Запоминайте все хрончики. Да. Как вы видите, какая пушка-то теперь. Какая пушка у меня есть. ПМ уже нахрен не нужен нам. И пули 45-го калибра.
Кровосос. Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Погодь, я тут знаю тему одну. Пока мне неохота к тебе идти. Мы тут хороший клондайк артефактов. Да, сейчас поэтому зайдем. Будем артефакты брать. Опа. А сейчас сам полезем за самым мощным артефактом. Вот это, ребят, называется аномалия. Сейчас будете долго смеяться. Соснодуб. Вначале ее хотели назвать дубососом. Ну, вы понимаете, это... Ну, как-то, да, звучит не очень. Золотая... Нет, кровь камня. Химзащита. Сейчас мы будем тут скалолазничать. Так, с не тут я начал залазить, по ходу дела. Потому что мне никак. Ох! Псины. Кстати, да, собачки здесь нехорошие. Они бы еще так не бегали бы быстро. Так, с одной минус. Ну, падлы. Не видишь, когда они на таран идут. Ну, а, в аномалию вляпалась. Немножко. Дура. Они, конечно, не хорошие, но жалко. Ну, что тут? А, тут же нельзя, да, собак ты жмуров шмонать. Таких. Хвосты тут нельзя, как Тень Чернобыля. А одна слиняла, они что только стоями нападают. Если одна остается, она сразу же валит. Ну нам же больше. Блять, опять не тут залез. Да что я буду делать? Где ж тот-то проход нужный мне? Подумал, что туда лазить. Будем дальше лазить. Опять нет. Уа! Надо быть аккуратным. Надо быть. Так тут вот знать бы, где еще правильно залезть. Расположение деревьев. Здесь, да? Значит, вот тут. Вон там, значит, сложки. Похрен. Там уже эта собака, как она, которую я не люблю. Псевдо. А не, а агрессивный, да? Угу. Ничего не боя. Ничего не говори. Ати. Красавица. Я нашел. А ты я нашел, ты красавица. А называется колобок. Колобок. Восстановление здоровья плюс 4. Радиация плюс 2. Да. Ну что восстанавливать здоровье будет. Ну да, это плюс. ХП это восстанавливает. Вот эта вот музыка, вот эту, которую сейчас слышим, нам не напоминает чутка из второй части Resident Evil. Музыку. Опять я сорвался. Чего ты аккуратненько сильно идешь? Так, мне его еще вот на ту сторону надо сбегать. Ай-яй-яй-яй-яй.
О. Скелет. Теперь я уверен, что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно добраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с Карданом и Баржей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу я артефакт, до них дойдет, кого надо было слушать. Вот мы нашли КПК шутника. Извинения ему уже не пригодились. Да, ну мы передадим это Барже. Фу, Барже. Этому. Как на Кай его, я забыл, как все называет. Вот, а у него прогрейженный шлем-то. Так. И далее. Можно еще кое-куда сходить. Ну, будет, блин. Не, я туда сейчас не пойду. У меня еще пока броника хорошего нет. Тогда мы идем по заданию. Да, туда вот надо сходить на заправку. Там можем найти как раз и баржу. Ну, не там, а в расщелинах, как я вот этих говорил. Но там будут жить много снорков. Спойлеры, спойлеры, аккуратно. Ну там снорки просто. Надо сделать его сразу. Там попадет. Да, блядь, я ненавижу то, что они бегают так быстро, блядь, и в них хрен прицелишься. Собаки, что ты сделал? Вот не мельчишили мы что-то. Блять, так вот. Мне надо, видишь, на расстояние уйти, чтобы присесть и прицельно бить. Я уже начала уже это. Ссаться. Я сейчас ножа нахрен зарядил. Псины. Жалко, конечно, собачек, но либо мы их, либо они нас. Вот именно что. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Это кто? Кто? Это кто? Да. А с кем мы разговариваем насчет логова кровососов? А, что, он уже здесь? Да. Звук слышал? Ладно, ерунда. Да. Ерунда. Кровосос никогда не был ерундой. Вот тут где-то нычка. Нет, не тут. Вот тут. Что-то, что-то есть. Прикрой меня, ага. Ага. Вот и первый кровосос, сука, ищем его. Из угла. Кровососина. Ненавижу, что он в режиме стелс. Готов, красавчик. Ушки на макушке, понял? Ушки на макушке, я знаю. С такими-то он красавцами. Осторожно, еще один! Так. Надо куда-то вот встать. Чтоб он вот так вот. Вот как его нашпиговали там. Ты пригдырок, стреляй поменьше. Ты в меня попадаешь. Где же этот? Где же этот тварюга?
его видел, видел, вон он. Смотри, куда стреляешь. Ты сам смотри, куда стреляешь, блин. Не ползай тут. Сука, он меня схватил, ненавижу этот момент. Блять, валил бы его в это время. Я понял, поняли, что не желательно, чтобы он вас схватил. Есть. Получил тоже хэтик. Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Наверное, мне патронов бы еще. Хотя, ну ладно. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Иду. А ты на него прыгнулся. Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. Опа, 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 опа. Да, один раз я всего эту игру проходил. Поэтому я, ребят, что помню, то помню. Я не буду, как говорится, не могу полностью досконально все проходить. Опа. Ох ты, как хорошо-то. Какой клондайк, бля. Пушка-то какая хорошая. Ну, блядь. Патронов-то для нее еще нету у меня. Ну, о, я думаю, пушка хорошая. Хорошая, хорош. Ой. Данилы тут нет. Пошли отсюда. Пошли. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага? Ага. Красненькие, синенькие, голодайки, это аптечки. Они очень приходят. Чего? Красненькие, синенькие квадратики, это аптечка. Оранжевая. Талант, синенькая. Как говорится, не пропьешь. Ну, пошли, глянем. Пошли. Ладно, пушку хорошую уже нашли. Твою медь. Идем тихонько. Черт. Тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шуму и пыли. Как скажешь? Страшно. Конечно. Шатаются так. И спят. Надо же, прошли. Ну нифига себе тихий час. Именно так же я хотел бы сказать. Тихий час, блин. Схема БМ. Вроде выход. Прыгай! Рано. Вот туда хочу прыгнуть.
Рассказать Бороде надо. Про логово кровососов. Мы сюда сбегаем. Посади трубку и пойми, разберись, куда бьют. О, хорошие таблетки. Кто не знал, вот эти вот таблеточки очень полезная вещь. Анабиотик. Позволяет пережить выброс. Да, хапанул таблеточку перед выбросом, и все. Может, вы посмотрите, что такое выброс? Нет, я он уснет. Да? Да. Да. У меня уже вес почти полный. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Окей. Так, ладно, мне сюда надо зайти. Про сосателей рассказать тут надо народу. Как-никак, тоже аномалия. И в ней... А, там вот наш вертолет, который нам нужно найти. По заданию-то. А, шлепнуло. Ох, как шлепнуло. И что, ни одного артефакта? Да ладно. О. Что-то обнаружил. Еще один. Такой. Нет, другой. Химзащита плюс 6 уже. У этой 3. Это можно будет продать. Ай, бьет так больно. Ага. Ничего хорошего. О, я сейчас сюда скину тогда нахрен весь свой ПМ. Он все равно за копейки будет куплен. И патроны от него уже нахрен. Столь вес облегчится. Он у меня уже броник желтенький. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Ну и, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 387. С вами был Нев. Что это плохо? Ставить его, подписываться на канал, писать ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы наше новое видео. И вступаю в группу ВКонтакте ПК-59, наши 90. А связаться с Никитом есть ссылки в шляпе, Инстаграм и ВК. Все верно. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Чао. Let's rock.